Всем привет, ребята! С вами я, Дима, и канал Владелец Аквариума. Перед каждым коллекционером, начинающим коллекционером Буцефаландр, я так думаю, вставал вопрос, а как же их маркировать, эти Буцефаландры? Вот, и многие прибегают к способам бисер, электрические всякие метки для электриков используют. Я тоже решил взять на вооружение один из способов. Для этого я приобрел вот такой вот paint marker. Он на лаковой основе. То есть там внутри краска, вот его нужно привести как баллончик. Вот. И наносить маркировку буду на трубочку, на коктейльную трубочку. Я ее специально вот так сплющил, чтобы она была плоская и на ней было удобно маркером писать. И вот таким образом, вот я уже отрезал кусочек, буду наносить цифры от 1 и там до бесконечности. Вот, соответственно, цифры я буду вносить в какой-то блокнотик и там буду подписывать, какие же у меня есть сорта Буцефаландр. Подписывать их буду по мере поступления. Первая у меня была Silver Powder, соответственно, номер один будет у нее. Сюда я буду продевать нитку либо леску и приматывать к декорации. Скорее всего, не скорее всего, 100% это будет лава. Вот. Кстати, резаная лава ко мне едет, я уже ее заказал, и для вас пройдет мгновение. Для меня, наверное, один день. И мы уже увидим, как я наматываю на эту лаву эти цифры и по-новому расставляю Буцефаландры.